В афише Чувашского драматического театра новый спектакль. Действие пьесы «Не покидай меня» переносит зрителя в 1944 год. Под командование капитана Михасева поступает группа разведчиц. Четыре девушки еще вчера были школьницами и мечтали о светлом будущем. Но началась война, и они встали на защиту Родины. Капитан Михасев готовит их к спецзаданию перед белорусской наступательной операцией. Зритель знакомится с судьбой каждой разведчицы. В чувашской литературе мало пьес на военную тематику. Этот пробел решил восполнить артист театра Геннадий Медведев и перевел произведение украинского автора. Режиссер утверждает, работалось необыкновенно легко, на подъеме. Мы тот самый бессмертный полк, который вот в Москве прошел и в разных городах России. И вот создатели спектакля, и артисты, и режиссер, и художники по свету, сценограф, хореограф. Все-все, которые были творческой группой спектакля, они воображение несли каждый портрет своих родных. Или дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки. Неважно кого, но главное, что вот рядышком все время и отдавали, наверное, дань памяти. Кстати, музыкальное сопровождение для спектакля «Не покидай меня» подготовил наш коллега, звукорежиссер Александр Павлов. Условные декорации, авангардные танцы, авторские песни очень украшают постановку. Анастасия Лангина, Алена Алтухова, Расиль Мухаметов, Республика.